Ты видел новую фотографию, которую Жанна выложила? Ага. Милый! А какую фотографию выбрать? Эту или эту? Ну, вот это первая вроде как лучше. Какой фильтр наложить? Синий или желтый? Ага. Что? Ага. Я говорю, какую фотографию выложить? Все равно. Что? Первое. А может ее вообще не загружать? Не знаю, мне нравится. Загружай. Если вдруг хочешь, можешь потом удалить. Зачем удалять? Если вдруг потом передумаешь, ее удалишь. Зачем тогда загружать? Ладно, не буду. Любимая, ну я же просто сказал, на всякий случай, если не хочешь делать, не делай. Я просто хотела с тобой посоветоваться. Я говорю, они обе хорошие. Тебе не кажется, что ты стал меньше внимания мне уделять? О чем ты говоришь? Любимая, я тебя очень сильно люблю. И все, что ты считаешь нужным сделать, делай. Если чувствуешь, что некомфортно, то подожди чуть-чуть, значит, время еще не пришло. Ты меня путаешь и сам путаешься в том, что говоришь. Я даже не помню, кто последний раз лайкал мои фотографии. Да, если нравится, выкладывай. Или если не нравится, не выкладывай. Вот ответы. А ты, да, мне нравится, но потом удалишь. Или если некомфортно, не выкладывай. Когда? Дорогая, прошу тебя. Ты же знаешь, этот проект очень важен для моей карьеры. Любимая, как хочешь. Делай, как хочешь. Как будто ты не хочешь говорить и меня уговариваешь не делать этого. Никого я не уговариваю. Извини. Дай мне телефон. Я внимательно оценю каждую твою фотографию. Зачем? Тебе же плевать, тебе все равно. Если бы твое мнение не было бы важным, я бы тебя не спрашивала. Я сказал, дай телефон, и я оценю фотографию. Спасибо, не надо, все. Хорошо, выкладывай. Вот мое мнение. Тебе вообще все равно, что я там выкладываю? Ты мне даже лайк сам не ставил. Ставил же недавно. Ты мне даже на мой коммент не ответил. А я ждала. Ну что было отвечать? Вопрос же был риторический. Ну и что? А какая-нибудь шлюха тебе напишет, так сразу ей пишешь. Что, не начинай? Может мне вообще прекратить говорить и превратиться в растение в этом доме, а? Какая шлюха? О чем ты говоришь? Ставишь лайки всем подряд. Всяким тёлкам с сиськами, а мне поставить не можешь? Теперь все понятно. Предупреждать же надо. Так бы и сказал. Нет у меня никакого ПМС. А, да, конечно. Я заметил. Ты бы лучше что-нибудь другое замечал. Причем здесь вообще тёлки с сиськами? Потому что они думают, что ты к ним подкатываешь. Например, что? Например, какая фотография лучше? Давай, я посмотрю. Нет, я хотела, но теперь расхотела. А если бы мне понравилась первая фотография больше, ты бы предъявила мне за то, что мне не нравится вторая? Это всего лишь лайк. Мне понравятся эти фотографии. Это ничего не значит. Что? Это ничего. Значит,
Не надо ставить им лайки только потому, что они тебе поставили их. Да иди ты со своей фотографией! Ненавижу! Мне просто понравились эти фотографии, вот и все! Ты ставишь на их сиськи и жопы. Может, потому что я толстая? Так я же уже отвечал! Ты псих, не прости! Мне кажется, ты не хочешь, чтобы кто-то знал, что я твоя девушка. Сама виновата! Ты про кого именно? Все знают. Найди себе другую девушку. Так не надо! Так что, мы не идем в кино, да?